выступать за движение вперед. Вот там было спешить, потому что шутка. Дальше, ты бьешь, когда раз сюда и подпишешь, уже там более шаглой передней, а задняя может просто вообще на весь стоит. Шагнул, вернулся назад. Шагаешь, начинаешь. Выделяем. И шагай, закрепи. Сюда, сюда, там, сюда, сюда. Да и потом вернулся. Я шар уже. Четко это изменить. Вот. За счет этого удара уже. Просто второй удар. Все соединяйте, раскрыто, там все собрано. Я тебе по ногу ушел сюда. Еще раз, по двери дома, по двери. И пошагнуло, спусти. Носочек дали на течу. Раз ты стоишь на всей статье, сзади, ты когда шагаешь, ты пусть туда, туда. Носочек, что-то, руки выше. Да, вот. Идем, ничем. Все, удали, соединяй. Сейчас ударил, ногу вернул, ударил. Еще потому, что ты ногу возвращаешь, даже немножко ходишь. Да. То есть, не падай назад. Ты убирайся назад, но поддам создавать для контрабанки. Кулачок. Раз, носочек, на это два. Нет, это удар. Возможно, остановить за разную переднюю стопу, сжигая себе не задержку за ударами. Должно быть и как бы сверху вниз, укол назад. Где туда уже. Но, смотри, и когда наш удар рукой, и должен цель просто шагнуть. Раз ударил, все, и больше тебе ничего не нужно. Сколько раз шагнуть? Ну, так а смысл этих ударов? То есть должен как бы сверху вниз такой тык, косточки сюда пошли. Ну все, видишь, ты вынес локоть. Дальше, сейчас носочек сзади ноги чувствуешь. И передняя нога также завершает эти свободные варианты. И когда заносишь, сзади рукой не будешь отбить. Запашу продвинулась противнику, переднюю. Поэтому ты когда сталкиваешься, тебе поэтому сзади отберется, чтобы как-то казаться тебе. Дальше, если сзади передняя нога перекрутится, ты можешь планироваться. Если задняя нога будет вот так наклоняться, тоже. Ты должен четко смотреть. Но встать, видишь, без всяких туда-туда переклонений. Четко остается путь. Вот, да. И тут нога выталкиваешь движение некоторые. И она выталкивает. Вольный разрешение бедро. Таз включается, вот точка там заняет. И рука потом идет. Только в этот место рентактор, и она опережает потом уже скорость ноги, руки, и такое ощущение складывается, что она первая летает. На самом деле она немножко идет на фанту. Дергать будешь противника, а ты просто чик, ков проверь, не надо руки опускать, потому что ты дергаешь тебе лупанул голову. Да, локти узко. Все, до конца загружай, пока не долетела рука, не нужно возвращать. Я держу лапу на месте, для чего? Чтобы ты почувствовал удар, а не чтобы ты там кацарался. Руки, не надо ее выводить в патрон, из патронника. Поставь пока так, приучись, руки. Да, до конца. Дальше, это немножко глухой удар, человек будет с углами. А нужно его... И он уснул. То есть острота должна быть, а не попытка жестче ударить, попытка остановить. Кулак зафиксирован, дай туда. Остро. И промазал. И голову освещали себе. Тянешься. Рук. Длина. Голову ниже. Смотри, я слышал от подбородка прилетело.
не от подбородка, а это уровень переносицы, как вывести можно. И ты потом, когда тебя бьют, тебе по руке попали, тебе когда бьют, ты узенько бьешь. А когда подбородка, ты открыто с пула, нос и кость. То есть сделать за счет сомнутых пятно, за счет того, что таз отвел, выше руки держит. Вот как бы переносится, ты туда бьешь. Да, не отводи ничего. У тебя второй так должна быть и рука. Ты толчок делаешь, а потом разворачиваешь, почти довернулась, и с этого момента рука пошла. Незаметно. Вот. А теперь смотри. Момент. Это как захлопываешь дверь. Ну, старая сейчас дверь. Доводчик есть, чтобы не стучало. И рассматривается, как неэлектрично. Сразу отрубил. Душа противника это вам долго мучает. Нет, ты прощупай его, смотри. Ой, как прощупать, смотри. Сюда, это не прощупай. Ты должен эту траекторию проверить. Долетит, не долетит. То есть, тик-тик, тут я на взлете буду. А так хоп-хоп, я подстроился, чтобы нанести. Да. Нет, ты сразу бьешь. Хорошо ударил, ты перестал. Я лапу сейчас буду держать, а ты как хоп-хоп, меня уже проверил. Лоб, ты уже. Не добиваем. А тебе пофиг. Так а что так бьёшь? Немножко вверх. Вот так будет смотреть. Так, стой. Переносится, это как бы ты выше меня и как бы немножко сверху вниз. Я вот тебя движу, назвать будешь. Куда рука уже? Вот так туда. Хорошо. Ну, это тоже было шарапнуться.
тоже говорил, я такую вещь раздумал, я как бы свой. Я как бы тебя костями чуть зацепляю, и правый, бам, прыгни. Чуть-чуть. А ты не зацепился бы, или что ты хочешь это сделать? Ну, бьешь, дотрогаешься и ты отлетаешь. Ты такое ощущение, что у тебя бьет лапа. Это показать тебе? Нет. Не спеши, поспешишь, сами поспешишь. Еще раз, узенькая. Твоя задача устроить разворот. И как ты можно дальше туда ударить. А ты немножко раньше руки начинают лететь. Ты должен тебя сохранить за ноги, чтобы тебе не было помех. Наношу такой ду-ду, и потом вот когда уже разворачиваю таз, моя рука уже скорость начинает лететь и да, и упадает. И такое ощущение, что там хочешь над головой полностью. Ты высокий, я промахнулся, делай шаг назад. Ду-ду, да. Куда вверх, четко нужно видеть, куда ты бьешь. Куда ты бьешь, по обороту. Там клавиша такая, да. Ты сегодня жить легко человек это запал. Вот клавиша. Щелк и все. Ему хорошо. Мяч и ноги, свободно. Вот. Сейчас ты прямо хорошо пустил. Ты же вообще ничего не делаешь. У тебя умная голова, это все. Да, не спеши. Немножко раньше я выбрасываю. Да знаешь, как это надо? Смотри. Иди туда. Теперь ты возвращаешься. Теперь не лучше. Ты раньше стреляешь. Нужно это самое. Еще. Возвращайся. Понял? А так оно будет. Раньше еще он отдал от него. И дальше. Ты же когда бьешь, ты должен почувствовать. Почувствовал. Потом может кто? Левый с боковой. Почувствовал. На тебя идет. Нахуй, если на тебя добился. За счет движения противника он чувствует, ты сам пойдешь, что тебе потом дальше делать. Нет, ты спешишь, ты скоростел. Ну, нормально, что патрон стоит сколько, 50, нормально. Поищи патрон. Ты всегда сколько хочешь, вот 100 гривен. Ты смотри, ты стоишь, ты хорошо, да, ну что ты вот так стоишь? Что он тебе как-то дает? Вот, как ты все-таки туда нормально, но... Посмотри, свойства. Разрывай. В этот момент нужно бить. По идее, ты как бы сейчас на меня ну, а ты вот так стоишь такой. И что? Он же слепой. Ты к нему от него. То есть ты как бы его прощупываешь, когда ты оказался вот в этой точке, у меня заряженность есть и ушел оттуда, вот, и потом противник закрыл, разрывай. Потом ты этот зал, правильно? Разрывай. Что там замер? Вообще ничего не изменится. Разрывай. Здравствуйте. Андрей Павлович, это вы, да? А, похож? Не знаю. Так и должен. Твоя задача смотри. Шагай вперед. Чик и
Я вывел левую руку, вывел правую до уровня подбородка, вывел до уровня до них, все задумите. Я бинтую туда влазил. То есть я стою местом, не тороплю. Толкаю, разберу больше. Посмотри, у нас присутствуют тренера, можно по ходу смотреть, какие там моменты. Ты только объясняешь, что стал посмотреть. Послушал, как я играю, потом слышал, посмотри, по-моему, тебе что так. Я скажу, я классно пошел. Понял? Да. Потом вернулся, только никаких обрывов не делал. Вот ты нанес комбинацию, вернулся. Нанес комбинацию, вернулся. Значит, у тебя первая комбинация была отлично. А если ты после того, как вернулся, не можешь ставить, значит, ты ее не правильно решил первую, поэтому... Да, открыто бьешь. Накручивай комбинацию, ты спешишь, за счет этого у тебя идет на дно. Должно быть, ты бьешь, у тебя придут, хвостоток накрутился, за счет этого туда, что-то подборок. А тут не бывает так, что будет хорошо. Это ще помогло. Туда узко, туда узко, ну что дает? А ладно, давай. Черт, хуже. Да. Теперь по фотону, я не выносил. Ты ерзаешь, для чего он тебе нужно? Нужно не ерзать, а нужно противника делать движение, он походу какие-то делают на тебя момент. Не распадайся, еще раз. Вторая плохая комбинация, первая хорошая. А должно быть у тебя сколько комбинаций, пока не упал. Ты прыгаешь, тогда не прыгай. Нужно четко занимать ту позицию, в которую ты можешь ударить, и можешь ударить, и можешь ударить. Вот так что. Что желательно было? Ты должен был больше скорости делать, чем у меня, вытянуть меня, и пока я долетаю, он последний меня туда отправить прошел. Ты падаешь просто. Ниже рот, потому что. Посмотри, где-то. Ты выше меня. Что ты падаешь? Ну, по идее, смотри, ты выше меня. Стой, я где-то прираскрыт. Все, и мне хана. Так они вот так, чтобы обойти мою руку. Нет, не надо раньше меня не поднимать. На самый последний момент туда перебрасываются. Они вначале ты там что-то начинаешь замашивать, тебя вычисляют. Спокойнее же. Делай медленно, но как говорил Тюрьков качество. Куда ты руки потом? Верни их на родину. И ты их не возвращаешь для того, что. Ты вот занес комбинацию, ты ду-ду, вернулся, не на месте, потом ду-ду, вернулся, и потом уже руководит. Сейчас я повторяю, то есть ты можешь повторять качество, да, с приемом. При этом ты не защищаешься, бьешь, защищаешься, бьешь, ты не изменяешь, вот ты не повторяешь. Ого, это мастер-порт. Внимание. Ой, электродвигатель, нормально. Левую изнутри выполняется туда.
пока. Да, именно. Да, вот так это просто без этого никак. Смещай, буду ли он там. Это уже будет дикость. Yeah.
смотри, я стою в ровных ногах, и ты не можешь меня стопнуть. А по какой причине? Ты издалека от меня подойти. Когда я буду бить, она голова. Очень. Если достаешь, то... Давай. Да, туда. Оп, и здесь оказался. То есть, смотри, уклоняйся. А так как ты легко уклоняешься? Опять не получается, что ты приходишь забиться. Слева направо, поэтому тебя уносит. А нужно вот возле этого возле меня. Скажи, из этого положения, туда ударить. Понял? Ну опять вот он нырнул, непонятно. Нет. Ты не ушел далеко, но ты видишь, что там было. Смотри, у тебя будут встречи. Вот уже оказался. Видишь? Я тоже у тебя. Чем его дальше? Положи, Коля, у тебя нормально все? Сейчас зала выйдешь. Под шагу. Когда ты под шагу уж левой, потом нужно подтягивать правую. Давай. Все теперь готово для того, чтобы выдохнуть протяжку. Зачем ты правую пускаешь во время? То есть это стороны для пасты, зачем ты ее искусствуешь? Что он тебе дает? Есть. А руку не опускай, просто уходи, рука защищай. Ты ее сюда Коля, отойди от камеры, тебе что, проблемы, что упадешь. Не падай туда, пыталку туда, кого ждать. Ногами нужно было включить, как 360 градусов. От стола отойдите, пацаны, ну что ж такое? Я ее привязывал сегодня, чтобы не сбили, отказал. У вас приключения не нашелся? Я ответил про дистанцию, что там какие-то наклоны делать, нужно достать. За счет того, что у тебя вот время. Что сближается, за счет этого ты его был противник вот таким. Ты пойми, Андрей, на самом деле, делай надо, ничего за туда. Этот туда мало кто бьет. А если бьют, то это очень жесткий, неожиданный, и очень хорошо улучшает тренировку. Далеко стоишь за чаем. Смотри, я очень близко стою. Ну просто склонись и бери. Тебе не нужно шарать, ну молодец. Не добиваешь, ты стоишь дома. Длинно. Длиннее, черт, энергию какую-то сдай, что. В сторону идешь, энергию какую-то сдай. Ты же бьешь прям, я же тебе показываю. Уходи. Понял? Уходи. Сам создаешь перспективу. Что, зачарованный, тебя кто-то за хвост держит или что? Смотри, держи. Стой. Кости руки. Ты что, ну что, ну смысл, ну мы смахнули твой, что так? Ну махнул и все, это закончил. Ты каратин, что, ее нужно как ракету, как пуля выслал туда, не надо ее держать, тянуть назад. Смотри, уходи. Если бы упор не упал, что ты сделал? Давай. А я уже могу даже. Быстрее, тренировку. Ты не пойдешь никуда. Ты что, уводишь или что? Смотри на меня. Ты даже уже бам, да, как можно то бонзилось и гордусь. Коль! Сделать взрыв. Я останавливаюсь, ты за цель нужно ускорение.